еще сына, я смотрю, уроки делаешь. Да. Молодца. Математику. Математику. Зайчик, ты мой Эйнштейна подобный. Ну и что, как там успехи? А? Не получается. Не получается. А папка ему для чего? Не получается. Сейчас мы с тобой задачку щелкнем, как белка орешки. Давай, читай условия. Вот. В поле стояло 4 тополя. Так. 2 тополя засохло. Так. Сколько всего осталось тополей? Сына, ты в каком классе? А? В четвертом. В четвертом. Ты в четвертом. И тополей 4. Так. А? 4 тополя стояли в поле. Минус 2 тополя. Сколько получается? А? Ну? Не знаю. Хорошо, сынок, смотри. Даю тебе подсказку. Так. Ты в четвертом классе, так? В четвертом. Правильно. А 2 года назад в каком ты был классе? А? Ну? Тоже в четвертом. А, ну да, ну да, ну да. Я забыл, ты у нас все делал с четвертой попытки. Обалдуй. Ну ладно, ладно, не расстраивайся. С тополями не получилось. Представь 4 дуба. Дуб тебе ближе. Если что-то будет непонятно, сынок, ты сразу папке задавай вопросы. Понял, да? Хорошо. Смотри, в поле стояло 4 дуба. 2 дуба засохло. А почему они засохли? Засохли и все. Просто они поняли, что не доживут до финала задачи. Смотри, сколько осталось дубов, не считая тебя? Решай быстрей. Дуб живет всего 300 лет. Ну? Ну... Понял. С деревьями не пошло. Упростим. Хорошо, сынок. Мы все равно ее добьем. А, значит, смотри. У тебя было 4 яблока. А дубы? Забудь про дубы. Забудь про дубы. У тебя было 4 яблока. Понял? Понял. А кто мне дал яблоки? Я тебе дал. Папка. Спасибо, папа. Пожалуйста, сынок, я дал тебе 4 яблока, ты вышел во двор. Из подворотни выбегает мальчик Федя и забирает у тебя 2 яблока. А почему он забирает у меня яблоки? Потому что Федя злой от недостатка витаминов, понимаешь? А почему у него недостаток витаминов? Потому что ты очень долго не выходил во двор с яблоками. А что, Федин папа сам не мог дать ему яблоки? Федя, в отличие от тебя, сразу решил задачу про тополя. И папа дал ему не яблоко, дал денег на кино. Понял? Денег на кино! Значит, у него есть деньги на яблоки? На яблоки у него денег нет. Он копит на концерт Тимати уже 1,5 года. Тогда я дам ему свои яблоки. Я яблоки не люблю. Не люблю и все тут. Что ты любишь? Я люблю играть в твои танчики. Про танчики забудь. Из еды что любишь? Бананы. Так, хорошо. Идем по второму кругу. У тебя было 4 банана. 4 банана. Понял? Так. У меня было 4 банана. Спасибо, папа. Ты мне дал их. Сынок, больше не благодари, понял? Ты выходишь с этими бананами во двор. Выходит мальчик Федя, забирает у тебя 2 банана. Понимаешь?
А что, не пошел за билетом на Тимати? Сынок, понимаешь, билеты на Тимати закончились, раскупили. Тогда у него остались деньги на бананы. Он их потерял. Потерял все деньги. И он забирает у тебя два банана, понимаешь? Забирает два банана у тебя из четырех. О, а теперь внимание, повторяй правильный ответ. Правильный ответ. Молодец. Остается два банана. Молодец. Ну вот, два банана остается, понимаешь? Ну. Не считая яблок. Какие яблоки? Которые какие ты, яблоки? Ты мне дал, папа. Выкинь их из головы, нахрен. Выкинь яблоки как из головы. Это, как это выкинь из головы, тем более нахрен. Представь, у тебя в голове четыре яблока. Представил? Представил, говорю, нет. Да. Выкидывай. Выкидывай их из головы. Выкинул. Выкинул, нет? Выкинул частично. Два выкинул, два осталось. Ну вот же он, правильный ответ. Два осталось. Смотри, не выкидывай. Не выкидывай эти яблоки. Это ответ, понимаешь? Поздно, папа, уже выкинул. Спокойно, папа. Сынок, давай сделаем то же самое с бананами еще раз. Я все равно должен тебе доказать, что ты у меня умеешь решать. Понимаешь? Умею, конечно. У тебя было четыре банана, да? Так. Выкинь из головы. Выкинь все бананы сейчас из головы. Вот выкидывай при мне сейчас. Все выкидывай бананы из головы. Выкидывай. Давай, выкидывай. Выкинул. Не получается. Почему не получается? Ты же яблоки выкинул, а с бананами у тебя не получается. Так я потому что не люблю яблоки. Что ты еще не любишь? Чисти зубы. Это понятно. Из еды что ты не любишь? Скажи мне, что ты не любишь из еды? Ну, лук. Представь, у тебя в голове четыре луковицы. Представил? Представил? Нет. Почему? Потому что в голове бананы. Съешь эти бананы уже, подавись уже, съешь эти все бананы. Съешь их. Как совсем? Все съешь. Ну, съел? Ну, как бы это. Как бы что? Два съела, два осталось. Все, не ешь. Это правильный ответ. Все, два осталось. Не ешь их. Осталось два банана. Все, решили. Добили задачу. Поздно, папа, уже съел. Ну, хотел же сегодня не пить, понимаешь, да? Ну, как тут не забухать? Лёля! Мама! Молчи! Идиота кусок! 4 года в 4-м классе! И еще не вечер! Идем на рекорд! Лёля! Наливай! Кто не спрятался, я не виноват! Лёля! Алло, Лёха! Алло! Приходи играть в папины танчики! Чего? Нет, он нейтрализован! Сейчас набухается, будет спать до утра. Давай, дорогие, дружи. Давай, не задерживайся здесь. Конечно.